Китае прошло соревнование, повторить которое невозможно ни в одной другой стране мира. Марафон по Великой Китайской стене. Участие в нем приняли 400 любителей бега со всего света, в том числе и из России. На пути атлетов крутые спуски и подъемы, более 5000 ступеней и захватывающий дух пейзажи. Бегут и совсем юные, и ветераны спорта. Те, кто не может осилить дистанцию целиком, могут пробежать лишь отрезок пути. В этом марафоне победа не главное.